Офтальмологический травмпункт – место, где врач ежедневно сталкивается с необычными и порой сложными случаями повреждения глаз. После года ординатуры Мария Лохманич работает здесь врачом-стажером. Для нее это возможность быстро погрузиться в профессию и приобрести практические навыки. Это очень круто, когда дают возможность ординаторам не просто работать медсестрами, как это было раньше, а уже по полной работать как доктор. То есть ты узнаешь все новое, принимаешь какие-то важные решения, берешь на себя ответственность за пациентов, тебе доверяют руководство, и мне кажется, это очень ценно. Ванесса Мэн выбрала для себя урологию. Ординатура позади, ей осталось только получить диплом, и из стажера она превратится в специалиста. Пока же девушка работает в операционной под строгим контролем заведующего отделением. Всегда просто слышать – это очень просто. Но понять можно только в деле. То есть, когда ты держишь инструмент в руках и ощущаешь весь процесс операции, то есть ты полностью в него погружен, тут словами это не описать просто так. Безусловно, без контроля и помощи молодых специалистов никто не оставит. К каждому такому стажеру прикреплен наставник, который подскажет диагноз и проконтролирует манипуляцию. Опыт специалистов с большим стажем, который можно перенять на практике, для врачей-стажеров неоценим. С ребятами, конечно, работать интересно. Все ребята грамотные. Но можно сказать, что это уже не студенты, это врачи дипломированные. Мы с ними занимаемся, проводим вместе осмотр пациентов, назначаем лечение. Помочь поставить правильный диагноз, рассказать, что мы видим у пациента, правильно назначить лечение. С 1 апреля этого года, благодаря приказу Минздрава России, врачом-стажером можно стать после года обучения в ординатуре. Лечебные учреждения заинтересованы в молодых специалистах. В больнице Воина Ясенецкого их уже 17. Безусловно, во время такого стажерства мы имеем возможность присмотреться к специалисту, оценить его желание и умение, и потом полноценным образом уже становится врач нашим коллегой. Уже сегодня он наш коллега, но становится высококлассным специалистом. Часто врачами-стажерами становятся те, кто учится в медуниверситете по целевому направлению. Всего в больнице Воина Ясенецкого на сегодняшний день заключено 55 таких договоров. В следующем году медучреждение планирует принять на работу 12 целевиков. Виктория Зыкова, Ольга Власова, Смотри, Хабаровск.